Жильцы дома номер 2 по улице 14 проезд и 47 дома на улице Красных Зорь переплачивали по коммунальным счетам. Это выяснили в прокуратуре по Фрунзенскому району в результате проверки, проведенной по обращениям собственников квартир. В прокуратуру Фрунзенского района поступили обращения от двух управляющих компаний и жильцов, которые проживают в двух домах на территории Фрунзенского района. В данных домах способом управления общим имуществом является товарищество собственников жилья. Данные товарищества собственников жилья заключили договор с МОП и ГТСК. Оказалось, в нарушении действующего законодательства плата за коммунальные ресурсы, теплоснабжение и горячую воду выставлялась МОП и ГТСК в адрес товарищества собственников жилья с учетом теплопотерь, а не по реальным показаниям приборов учета. В результате жильцы переплатили теплосбытовой компании около 1,5 миллиона рублей. Жильцам данных домов вернут излишне уплаченные деньги. Уже напечатано квитанции с исправленными счетами в сумме 400 тысяч рублей. Печатаются квитанции на сумму свыше 1 миллион рублей. Окончательное разрешение данного вопроса, окончательное исправление тех нарушений, которые были, на контроле прокуратуры района. Что делать ивановцам, столкнувшимся с подобной проблемой? В первую очередь необходимо обратиться за защитой своих прав в управляющую компанию. Если отклика не последует, направить жалобу в жилищную инспекцию. Если все инстанции останутся равнодушны к проблеме, следует обратиться в прокуратуру. 40% обращений граждан надзорный орган касается именно нарушений прав жильцов в сфере ЖКХ. Наталья Романова, Денис Денисов, РТВ Иваново.